Что мы делаем? Я не знаю. А где мы находимся? В аэропорту, сейчас в Внуково находимся на данный момент. Это влог о нашей поездке на Абхазию. Класс, погода, не погода, вообще просто так и шепчет, займи, никогда не пей. Мы находимся в отель Интер Сухум. Классный отель, классное гостеприимство, классная шедевральная кухня. Пальчики залижешь. Вот. Теперь мы попозже поинтересуемся, почему сюда нет никогда мест и постоянное скопление в отеле. Погнали. Вот, Руслан, хотелось бы узнать, почему именно к вам массово едут сюда люди? Знаете, большинство людей едут за комфортом, за удобствами. Наша локация очень удобна для наших гостей. Расположение ближе к центру находится. Море в шаговой доступности, бассейн, комфортные номера. Персонал очень дружелюбный. Мы стараемся услышать каждого гостя, чтобы, если есть какие-то недочеты, чтобы им было удобно, комфортно, чтобы исправить. Стараемся, чтобы их пребывание было не как в отеле, они рассмотрели это, то есть, а как дома находились. О, как здесь вкусно! Добро пожаловать! Здравствуйте! У нас завтраки самые классные, обеды классные, а ужины вообще бесподобные. У нас ассортимент большой. Мясные блюда у нас всегда 3 вида. Россияне, бегом сюда. Ну как тебе, братишка, номер? Класс. Класс. У тебя посмотри, просто какие виды, да? О, балкончик, да? Ну что за красота просто? Ну что нас ждет, а? В коридоре какие места. Посмотрите здесь. Я бы, конечно, рискнул прыгнуть в бассейн, но я не допрыгнул. О, 2 балкона. А, я запутался. Огромная кровать. Братан, ну ты все, короче, да? Да. Все, тишина. Тихо. Погнали на море. Мы устали. Не, подожди, ты не устал после перелета? Точно? Я хочу на море. А, сейчас пойдем на море тогда. Надо окунуться. Вот это красотища. У нас будет здесь НХЛ, футбол. Хотя мы не смотрим, или ты смотришь? Ну, а, не, мы смотрим спорт. Бои, да? Смотрим. А, смотрим, короче. Да. Вот. Так что, ребят, блин, что за замечательная локация у нас. Честно скажу, я уже в восторге от Абхазии. Я даже в горах не был. Сказали, что когда вы побудете в горах, вы это, можете немножечко стать тормозами, забудьте речь. И поэтому вы не переживайте, если мы начнем меньше говорить. Потому что дар речи. Поэтому дар речи от красоты Абхазии мы потеряли. И спасибо этому отелю. Интер Сухум. Интер Сухум, кстати. Спасибо огромное. Ребята встретили нас. Все сделали на высшем уровне. Вот прям глубочайшее спасибо. Приехали, причем вовремя. Даже мы опоздали, приземлились. Поэтому как-то вот так вот. Все, мы на море. Прогуляться до моря. Сколько вот от отеля мы идем до моря? Ну, минуту, да, наверное? Секунду. Минуту по времени дойти. И, пожалуйста, вот оно, собственной персоной. Камеру взять. Я уже хочу взять камеру, чтобы снять здесь что-то. Давай снимать клип, братан. Хороший, ну, да. Интересный. Придумай быстрее трек и давай сразу запишем заранее. Ярче солнце на русской земле. Дружба наций, смысл семье. От поколения поколения перо история мир. От истины небес творения Бог нам дает ориентир. Пусть зло исчезнет на планете людей. Пусть этот мир хоть каплю станет добрей. Друзья, ну это просто нарисовано как в сказке, я не знаю, как это, планета Оз, да? Да.
Боюсь тебя я не услышу, как громко дождь стучит. Вот так вот мы не попадаем в ноты на море. Ну в чем? Камешки, значит. Хороша, хороша погодочка. Море, друзья, это просто не объяснить, не передать. Надо ехать, короче. Вот брать и все, ехать. Отдыхать. Знаете, мы постоянно откладываем свое время. Постоянно думаем, что зачем, почему, для чего. Надо просто брать и делать. Проблемы оставляем там, значит. А чистые духом и телом приезжаем сюда. На Абхазии. Красота. Мы еще побудем в классных, клевых местах и обязательно вам покажем все прелести природы. Мы случайным образом оказались на абхазской свадьбе в отеле, в котором мы проживаем. Когда меня ты позовешь? Тогда приду к тебе в Абхазию. Друзья, ну что, прогуливаемся по набережной. Воздух морской чистый, да. Светлый, звонкий. Все сверлят, дрейлят, готовятся, короче, к этому, как говорится, к сезону. Да. Через буквально 5 дней будет. Вот честно, не быв еще на прогулках и вообще, ну, в принципе, не видав Абхазию. Ну, понятно, сейчас мы приехали Сухум. Вот. Что скажешь, ну просто первые твои эмоции? Сейчас мои эмоции только положительные. Мне очень нравится здесь. Во-первых, нравится сам народ. Единственное, мне нравится, как машина ездит сзади, да, не знаешь, не ожидаешь, что произойдет, да? Да. Вот. А в целом тут очень круто. Я надеюсь, все места, которые нам пообещали показать, мы увидим. Если мы их увидим, мы вам тоже покажем. И вы посмотрите своими глазами. Ой, я жду не дождусь этого момента. Да, друзья, я был 3 года назад в Абхазии, но мы были со съемочным процессом, и особо я, так сказать, нигде. Но параллельно, показывая Артуру достопримечательности Абхазии, параллельно я еще раз сам глотну вот этого красивого визуала. Да, давай так камеру что... перевернем и чуть-чуть покажем ребятам. Смотрите, опа! Видите, какая красота? Море, да? Вообще просто, что происходит здесь? Море волнуется, раз. Смотрите, как люди здесь улыбаются, просто ходят, все улыбаются, все, у всех хорошее настроение, да. Дети. Развлекаются. Вот какие аттракционы для детей. Смотри, покажи аттракционы для детей. Вау! Аттракционы вот века. Возле моря прям детки могут поиграть, порадоваться жизни, кайфануть одним словом. Друзья, мы нашли новый Hutton Location абсолютно бесплатно. Пойдемте покажу. Здесь, правда, одна комнатка. Но ничего страшного. В любой непонятной ситуации. Давай я тебя сниму, Влад, ты покажешь, что здесь происходит. Потрогаешь, расскажешь. А что показать, я не местный. Но мне кажется, знаешь, как это вот на телеках бывают же вот такие штучки. Да, кстати, вот ты сейчас похож на это. Вечером, красиво. В среду, после вечером обеда. После обеда мы приглашаем красивых людей. Смотрите, ребят. А мы на самом деле, друзья, мы идем к песку. Мы хотим, не, понятно, что на камнях ножички подразминать, походить, это прикольно. Но мы хотим на песочек посмотреть, как там происходит. Ну, не посмотреть. Сейчас говорят, море у нас минус 16. Вот, но мы все равно, короче, откроем. Не может быть, там минус 16, только плюс 16. А, плюс, да, минус. Да-да-да, плюс 16, и мы откроем этот купальный сезон. Вот, потому что это, мне кажется, такое прохладное, самое кайфовое море. Несемся на пески. Бро, камни. Пришел тот момент сказать правду. Идеальный берег здесь. Классный день, клевое солнце. Приветы передавать не буду. 1000 приветов в выпуске. Сегодня, значит, у нас самое легендарное путешествие, которое возможно вообще осуществиться, да, в нашей жизни. Мы находимся в сказке в Изумрудной в Абхазии. Конечно же, сейчас вам все покажем. Как бы ты мог
охарактеризовать Абхазию в трех словах? Ну, Абхазия – это страна души. Сама, сама скажу. Душа, да? Вот природа, вот это все наша Абхазия. Самые вкусные абхазские пирожки с сыром. Первый раз. Кстати, как в первый класс. Я ни разу не был. Это наши блогеры с Москвы. Он такой. На самом деле у вас будет эксклюзивный контент, потому что отдыхающие не знают про это место. Они просто проезжают мимо. Да? У нас эксклюзивный контент для пирожка. Традиционный абхазский дом. Он, естественно, немного в таком большом масштабе, потому что у нас бывает очень много людей. Mm-hmm. И поэтому, чтобы все поместились, зашли, увидели, мы сделали в таком большом масштабе, чем, ну, обычно, чем стандарт. Но, естественно, раньше они были немного меньше, но тип строения был такой же. Это деревянный верх и каменный низ. Сейчас мы выйдем на улицу, с фасада вы увидите каменный низ, это фасад, и верх деревянный. Mm-hmm. И различные помещения там. Комната хозяина, детская и так далее, вы можете пройти, снять. И у нас с каждым разом, ну, пополняются экспонаты, что очень сложно найти, потому что это уже все это уходит. И мало это что как, остается. Какая эпоха? Какого века? Это вот 19-й, начало 20-го, конец 19-го. Такие ранты были, да? Да. И такой период. И по сей день есть люди, которые, у которых остались такая вот утварь, и они пользуются. И вот, например, в хором состоянии шкаф. Шкаф, да? Да. Ну, традиционно очаг, камин должен быть. Класс. Вот ждем моего деда. Да? И вашего деда? Кремневая, да. Национальные инструменты. Пехотное ружье 1850 года. Они переделали потом, переделали под карабин. Я деда не застал, но, скорее всего, он ходил с ним на охотное. Зато память оставил. Да. Когда ты хочешь отдохнуть в жару плюс 32, просто сядь за стол. Да. Жара, конечно, ребят, серьезная. Его пеленали очень сильно, то есть отсюда снизу просовывали и пеленали его так. И причем у абхазцев... А, вот так вот, да? Да, нет, вот, ну, вот так вот, вот здесь у нас, и вот отсюда сюда его связывали, и он вот пеленованный лежал приблизительно так. И в Абхазии, в отличие от многих других стран, почти придумали памперс в то время. То есть бамбук у нас был завезен достаточно давно из Китая и произрастал здесь на территории очень много. То есть у нас же ответвление шелкового пути проходило по хребтам горным. И то есть бамбук к нам попал достаточно давно. И то есть в бамбуке вырезали вот эти вот прожилки, делали его полым, мальчикам делали дырочку маленькую, и то есть вот так просовывали, снизу ставили какой-то сосуд, и ребенок, когда писал, он не мочился. Моча проходила только если он сходил по-большому, то тогда его мыли. Девочкам прорезь делали немножко шире и глубже, и они тоже, когда писали, моча через бамбук спускалась в сосуд. Только небо, только ветер, только радость впереди. Артурыч, как тебе? Мне здесь очень понравилось. Очень? Прям безумно. Здесь красиво. Посмотрите, как красота. Красота Абхазии, дорогие друзья. Вот она, долгожданная река Риц. Вообще озеро, сказали. А, озеро, да.
Это открывается ресторан специально от отеля Интер Сухум, как вы увидите сейчас в названии. Вот так мы будем подниматься. Спасибо, что вы приехали здесь, снимаете. То, что сегодня в Абхазии вот что-то новое открывается, это благодаря Интер Сухум. Они расширяются для горожан, для гостей. Очень прекрасное место. Сегодня островочек такой открывается у нас. Когда люди, прогуливаясь, горожане нашего города по берегу, могут подняться, чашечку кофе выпить, посидеть, пообщаться, поговорить с друзьями. Это благое дело. Побольше таких проектов в городе, и я думаю, что со временем берег нашего города будет не узнать. Привет! Сегодня бассейнный день. Короче, погода огонь. Солнце спускается все ниже и ниже. Артур перестал бояться воды, темноты, да? Когда я не боялся. Короче, ребят, сегодня чил день, поэтому мы чилимся, а вы запоминаете этот день, потому что вы не чилитесь. Не, ну он просто так говорит, потому что не знает вообще за людей и не может вообще знать. Но пожелайте нам удачи. Артур с камерой постоянно везде, сам меня научил. Потому что если бы не он, я бы не загорелся, да, снимать видос. Не, ну, а что не? Ну да. 100%. Все началось с родины. Началось с родины, с России, матушки. Сейчас мы в Абхазии. С клипа родина. Не, ну с родины вообще фундаментальная основа. А вот с клипа тоже. Да, Абхазия. Ловим бронзовый заказ нашей первой встречи. Достали петличечку. Запечатали движ. Уехали с Абхазии, очень грустно, потому что к сказке и красоте быстро привыкаешь. Когда думаешь, сейчас опять погрузишься в текучку, в московские пробки, на душе начинают кошки скрипсти. Ну что, отдохнули классно, очень классно, прям нереально классно. На этом, наверное, я завершу, потому что сказать нечего, эмоции завораживают, фразы остывают. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Впереди ждет много нового и классного. До скорых встреч!